что расширение 1:1, я не знаю, но оно правда для людей, которые просто хотят видеть толстую модельку. Если у тебя расширение 1:1, у тебя явно 100% должен быть твой тиммейт, который капец как быстро умирает, чтобы он, если что, колил тебе противников. Потому что я могу вот так стоять и не видеть типа, который вон там будет справа. То есть у меня прям ограничивается картинка. А он меня-то видеть будет, а я его не вижу. То есть это даже из-за 4:3 та же самая фигня у нас. Наш пов ограниченный, поэтому мы плохо видим все. Поэтому сейчас все рекомендуют играть вообще в 16:9, да, чтобы у нас полностью была видна наша картинка. Сколько у меня? У меня сейчас 4:3 стоит максимальное расширение, чтобы не было пикселей на стриме. Потому что если я поставлю... Вот у меня стоит 1400 на 1050. Вообще костыли будут. У меня жесткие лесенки начнутся и так далее. Но вообще в целом рекомендуемое расширение. Либо вот это, да, чтобы не было вот этих лесенок, потому что у меня... настройки графики, все на low, все отключено, да, low, disable и так далее. Вот, и как бы нету лесенок. Но если я поставлю пониже расширение, у меня появятся лесенки. А лесенки неприятно смотреть. Плюс, как ты знаешь, на различном расширении сенса меняется, то есть ее придется заново настраивать, налаживать и так далее. А я уже к своей вот этой привыкла, поэтому... Поэтому не, я вряд ли буду переходить на какое-то другое. Вот единственное, если бы был бы моник побольше, я бы...